Добрый день, уважаемые подписчики канала, с вами на канале Best Monitor, и сегодня мы продолжаем вещать о интересных новинках в интернете, о интересных проектах, играх и прочем том, где можно заработать реальные деньги в интернете. И сегодня у нас на мониторинг добавилась новая игра, срок жизни которой еще не полный день. Она только запустилась и поэтому дает возможности заработать уже на стартовом этапе множеству людей. В воскресенье я планирую сделать очередной обзор по всем проектам, которые у нас добавились и были добавлены на мониторинге, и по которым я делал обзор на прошлой неделе. Я могу сказать, что все проекты продолжают работать и продолжают приносить прибыль. То есть ничего за неделю не произошло, кроме того, что все проекты четко выплачивают деньги и увеличивают наш с вами доход. Итак, вернемся к игре «Сезон охоты». Игрушка достаточно красивая. Давайте посмотрим. Все, регистрации начались. Еще вот немного людей зарегистрировано. Поэтому для того, чтобы получить массу рефералов, конечно, лучше заходить в первых рядах. Регистрация несложная. После того, когда вы открываете партнерскую ссылку, нажимаете, вот здесь под входом будет регистрация, и забыли пароль, да? Нажимаем регистрация, проходим регистрацию, и сразу после регистрации мы можем входить в свой кабинет. Никаких подтверждающих писем не надо получать, не приходит. И здесь некоторые мне зададут вопрос, что у меня за логин такой. Дело в том, что я зарегистрировал сначала пробный аккаунт в игре, и он у меня остался, потому что аккаунт с моим логином не дало зарегистрировать. Второй аккаунт с одного IP система блокирует автоматически регистрацию, проверяя по IP. Экспериментировать со сменой IP я не стал для того, чтобы не схватить жирный банан от админов, потому что мультиаккаунты, как и в любой другой игре, как при любом нормальном админе, который действительно не накручивает ничего, запрещены, да? То есть меня иногда смущают те игры, где можно регистрироваться самому под себя. Говорят, количество там аккаунтов не ограничено, под себя регистрируйтесь, только деньги вкладывайте. Нет, здесь как раз-то игра идет по-честному, и один IP, один аккаунт. И в последующем, я думаю, что админы также будут смотреть статистику, с каких IP заходили на аккаунты. Тем самым отслеживая мошенников в игре. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас будем говорить о хорошем. Что здесь классного? Во-первых, игрушка без баллов, без лимитов. Во-вторых, у нас идет сразу 100 рублей нам дают в подарок на начальные покупки животных, которые нам зарабатывают в этой игре. Также реферальный процент 15% от ваших рефералов попадает сразу на баланс для вывода. Я уже выводы отсюда проверил, я уже сделал выводы, и все работает нормально. Игрушка сама по себе очень-очень симпатичная. Что здесь надо делать? После того, когда вы зарегистрировались, вы сразу получите 100 баллов на баланс, 100 рублей на баланс для покупки. Заходите в раздел «Поляна» первоначально, потому что без этого покупку сделать не даст, хотя у вас никакого еще никаких животных нет, но это надо сделать необходимо это сделать обязательно. И нажать кнопку «Получить прибыль». У меня вот здесь животина уже есть, такая птичка зубастая. Собрали. Монеты сразу распределяются. 30% идет на баланс для покупок и 70% на баланс для выплаты, которые вы можете заказать в любой момент. Все выплаты идут в автоматическом режиме, то есть и покупка, и вывод, все идет инстантом, зачисляется моментально. После того, когда вы получили прибыль на поляне, идем в раздел «Лесные жители» и делаем покупку своего первого бизнеса, нанимаем животину. Так, теперь для того, чтобы вывести, в разделе «Вывести»
Здесь же можно и обменять на баланс для покупок. Для тех, кто наращивает, как говорится, активы в виде зверюшек. И нажимаем Payer. Выплаты и пополнения идут через Merchant Payer. Здесь вставляем свой кошелек и сумму для вывода целыми числами, которая у вас есть на балансе для вывода. И заказываем выплату. Выплата, как я уже говорю, приходит моментально. И выплаты от 1 рубля. Так, лесные жители. Можно также ввести деньги в проект, купить себе, для того, чтобы начать быстрее зарабатывать новых зверушек. И каждая зверюшка нам дает на денежки, на баланс для покупок, на баланс для выплаты. И дополнительно, имея эту зверюшку, вы можете охотиться и добывать на охоте еще дополнительно определенное количество монет для вывода. Это у нас находится в разделе «Охота». Заходим туда и смотрим. Ваш навык охотника, так как у меня сейчас есть самая дешевая зверюшка, да, то навык, соответственно, один. Ну, следующая охота откроется через 10 часов у меня, так как я уже делал одну в течение 24 часов этих. И здесь будет предложены вам виды охотников и кнопка, на которую нажать, чтобы получить дополнительный бонус. Так, ежедневный бонус бесплатный, который вы получаете на баланс для покупок. Я его тоже уже получал. Здесь мы получаем также на баланс определенное количество монет в случайном порядке. Так, что у нас еще пополнить? Ну, пополнить тоже можно через Payer. Пополнение достаточно простое и понятное. Выбираем Payer, ставим сумму. Сумму можно любую поставить. По умолчанию здесь стоит 100. Ну, я вот пополнял 60, да. И дальше пополнить баланс. Так, что у нас еще? Значит, бонусы поляна, лесные жители, бонусы, охота. Также партнеры. Внизу находится список ваших партнеров. В разделе «Рекламные материалы» вы находите свою ссылку и баннеры для приглашения для установки на ваших сайтах, на ваших блогах. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Правила. Правила простые, как во всех играх. Контакты. Для связи. И также группа ВКонтакте. Первый день работы. Поэтому, ребята, заходим, регистрируемся и зарабатываем денежки в новом игровом проекте. Уверен, что у нас все будет просто замечательно. Как говорится, замечательные админы, замечательный проект. И при замечательной работе партнеров все будет у нас просто супер. А я добавляю проект на ферму, так как уже все проверил, на мониторинг, и начинаю зарабатывать. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока.